Смотрите, что здесь делает мама. Да, ребят, сижу, кручу вот такие вот листочки, пайеточки. И вот уже сделала один цветочек вот такой вот. И сейчас покажу, что сегодня еще дочери сделала в садик. Вот такое вот деревце уже почти доделала. Его надо еще в кружечку залить и задекорировать. Вот такое вот. И вот сижу, дальше кручу. Еще вот надо из таких пайеток будет цветные сделать. Вот, вот. Да. Тут у нас пайеты, тут листочки в основном в баночке. Тут у меня вот заготовки на такие. Еще одно дерево. Да, тут еще одно дерево выйдет спокойно. Это уже мне пока не нужно. Тут вон сижу, всякие пайеточки выбираю. Видите, у меня всякие есть пайетки. А вот к этим цветочкам зеленым большим, я думала сначала вот такие листочки сделать, но... Посмотрим, подумаем. Или же из бисера сплету. Напишите, да, в комментариях, какие вот к ним листочки подойдут. Нет, вот видите, у меня их очень много. Вот эти вот. Да. Да. Я думала сначала вот такие вот листочки сделать. Но они получаются... Маленькие. Маленькие. Ну, хотя у цветов всегда маленькие листочки. Можно, по идее, много-много наделать, и получится красиво. Угу. Ну, вот так вот сижу, вечер убиваю. Да. Напишите, что вы в комментариях делаете вечерами. Я вот так вот свой вечер убиваю. Дерево нравится. Кручу пайетки. Дерево нравится? Угу. Ну так. Красивое такое. Да. Вот таким вот образом. У меня тут получается на пайетке две дырочки. Я вот режу проволоку одинаковую и верхнюю дырочку вставляю. Проволочку, ничего не вижу. И одеваю одну бусину поверх этой дырочки. И потом вот эту проволоку, что бусина, вставляю в нижнюю дырочку. И натягиваю. И крепко-крепко затягиваю. Закручиваешь. Да, закручиваю крепко-крепко-крепко. Чтобы не шаталось. Да, чтоб она не сломалась и не порвалась. Даже, видите, Марина вам объясняет. И вот такая вот веточка у меня получается. И в целом потом буду крутить цветок. Вот так происходит вечер. Ну ладно, выключай.